у нас не хватает сейчас вот таких вот, мы же закупаем пигмент. И сейчас краски делаются, вот, которыми я сейчас вот для себя вот, вещь, на черной речке где-то. Оказывается, это не краска. Во-первых, все сплошная химия. И что, и главное, мы такие деньги тратим. Пытаемся говорить, что мы что-то в искусстве и так далее. В нефти все это разбавлено, все это жидкое, плотность не та, пигмент не тот. Есть краски, которые делают, но они дорогие, конечно. Но зато расход у них другой расход. Мы же все смесями же делаем. А там у них, и главное, когда ты соприкасаешься с этими материалами, у тебя совершенно другое понимание. Мы что-то месим, там грязь какую-то разводим, больше грязи, больше связи, на самом деле. Так и говорят, больше грязи, больше связи. Да. Это наши художники так говорят. Да, так, наши. Уральские. Поэтому, знаешь, а ко мне приходят и женщины, там бывают, и говорят, слушай, нам бы побольше синенького неба и зелененькой травки. Люди не хотят все переживать, поэтому. Саш, а скажи, пожалуйста, вот если художник положил руку на стол, что это значит? Да он встать хочет. Ладно, счастливо, с наступающим вас годом. Ну все. А вы рисуете травку и небо, если вас просят? Или вы все-таки своими ощущениями? Нет, конечно, своими ощущениями. Вы все никак не подстраиваете. Чувствую, не подстраиваете. С наступающим Новым годом. Пока. Всем здоровья. Спасибо. Конечно.